Добрый день, дорогие друзья. У меня на столе сегодня настоящий эксклюзив. Это топовая акустика от Ground Zero. Это топовая акустика, это ультра. Это лауреат премии Yaesa Awards 2022-2023 в категории «Лучшая автомобильная акустика». Это очень дорогая акустика, и мы посмотрим, как она выглядит. Мы одни из первых ее получили и покажем вам. Деревянная коробка, как видите, вот такая вот. Логотип «Ультра» серия заслуживает отдельного логотипа. Первое, что видим, вот такой конверт. Обратите внимание, у каждого из твиттеров свой серийный номер. То есть они поставляются каждый отдельно, каждый со своим серийным номером. Ground Zero подбирает их в пары, чтобы они были одинаковые по параметрам. Конверт запаян сургучом, и вскрыть его сможет только счастливый обладатель. Что там внутри, я не знаю. Я думаю, там техническая документация и результаты замеров. Но не знаю, возможно, платиновая карта Deutsche Bank там еще лежит какая-то. Учитывая стоимость этого комплекта, вполне возможно. Итак, убираем поролон. Вот они. Одни из самых дорогих твиттеров в мире, наверное. Как видите, серийный номер у этой 1049, то есть их больше 1000 выпустили немцы. Пользуются спросом. А у этой 1050. Ну что сказать. Сделано ювелирно, тяжелые, красивые. Вот этот гриль снимается, демонтируется, откручиваются вот эти винты, демонтируется вот этот черный фланец. И уже как бы монтируя на подиум, а в другое место такие твиттеры как бы и представить нельзя, куда монтировать. Только какая-то серьезная инсталляция с красивыми подиумами. Вот. Вот на подиум ставится вот это вот алюминиевое кольцо. И уже сверху ставится фланец и гриль. Ну, или не ставится гриль, в зависимости от того, каковы требования к инсталляции. Вот такая вот эксклюзивная вещь. Напомню, что это Ground Zero Ultra T30, являющийся лауреатом Европейской ассоциации производителей электроники 2022-2023 как лучший автомобильный продукт. Просто роскошь. Ждем счастливого обладателя и будем слушать, что они могут. А вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Как видите, стараюсь вам все самые редкие эксклюзивные новинки показывать первым.